Привет, мои хорошие. Пришла вот такая клипса для крепления брызговиков. Это конкретно для Nissan. Делаю вот это видео для тех, кто будет заказывать. Вот родные клипсы, они без вот этих вот крылышек. И так получилось, что при наезде на препятствие брызговик потерялся. Вот эти родные клипсы, которые стоят, они вырвались. То есть, когда шуруп сюда вот вкручивается, центральное отверстие, то корпус слегка расширяется и за счет этого держится в отверстии порога. А вот клипсы вот этого нового образца, они лучше. У них вот эти крылышки, и они за счет крылышков держатся. Они там вот отгибаются, и когда ты ее втыкаешь в отверстие, они защелкиваются. Так что вот кто будет брать, можете брать вот такие. Номер вот он. Кстати, они могут и подходить для других машин. Такая вот клипса, она стоит от 25 рублей, да? Вот это конкретно за 49 взяли. Потому что по 25 почему-то шел отказ постоянно. От поставщика брали вот в этой вот конторе, где-то, наверное, неделю шла примерно. А шурупчики оригинальные я брать не стал, шурупчики я взял дубликатные, потому что оригинальный стоит 100 рублей один шуруп, а дубликатный стоит 8. Отличаются слегка шагом резьбы. Диаметр шурупа 6. Вот, собственно говоря, все события, которые хотел вам объяснить. А брызговик я снимал в другом видео. Можете посмотреть у меня на канале. Я вам, кому интересно. Там видны и шурупы, и оригинальную клипсу. Ту, взамен которой станет это. Всем пока!